Пока система Эрик возьмет образцы грунта, я разведаю странности этой необычной планеты. Выдадим вам топливный кристалл. Доброе утро, капитан Лайтер. Вот ваша топливная смесь по особой формуле. Это топливо, способное на гиперскорость? Шансы 87,6%. Пожалуй, рискну. Я думала, мы потеряли тебя. Алиша, что случилось? Растяжение времени. Что? Растяжение времени. Довольно просто. При достижении гиперскорости ваше время замедляется относительно нас. Во время вашей миссии для вас прошли минуты, тогда как для остальных — годы. Проще говоря, чем быстрее вы летите... Чем быстрее лечу, тем дальше буду в будущем. Я понял. Дерек? Позвольте разъяснить операцию «Праздник-сюрприз». Это вариант операции «Громовое копье». Прости, робокотик. О, извини. Сенсоры показывают. Корабль «Зург» питает роботов на поверхности. Значит, летим туда, взрываем корабль и сюрприз, роботы! Вам крышка. А потом поставим кристалл в репку. И завершим миссию. Хороший план. На заброшенном складе депо есть целые корабли. Отлично. Где это? Склад депо прилегает к центру производства ресурсов. 4,2 километра от этого места. Отлично. Где это? Это довольно просто. Ладно. Сперва вы направляетесь на юг в сторону базы. После двух стоп-сигналов надо... Нет, это неправильно, там тупик. Сейчас. А, о, понятно, я начал не оттуда. Прошу прощения, начну сначала. Сперва вы направляетесь на юг в сторону базы. После двух стоп-сигналов вам надо слегка налево и... Черт, я опять допустил ошибку. Мы просто покажем. Позвольте сначала. Сперва вы направляетесь на юг в сторону базы. После двух стоп-сигналов вам надо круто направо. Если вы предпочтете живописную дорогу, вам стоит направиться на юг, мимо Абрамитовых болот. Фантастические там виды, мне так говорили. Но если вы торопитесь, это будет самым коротким маршрутом. Есть вопросы? Ау?